Footages for this video were provided by our friends from the World War II Pathfinder channel. These guys are searching for the World War II military artifacts. We highly recommend that you subscribe to this channel. Find the link in the description below. Распахали трактором. Только что, при том, что распахали. Смотри, тут же пахано уже. Ну да. Я по паханому и хожу. Вообще верховой был, да? Да. Странно, а как его до этого никто не нашел? Совсем сгнил. Но часть ленты выжила. Может, распахали? Опять же. А, вот они. Есть, ни хрена себе. Есть что-то еще. Смотри, смотри. То, что сейчас, из него сейчас, сейчас высыпалось. Вот они, где ленты все. Сейчас я расширю чуть-чуть. Ой, ё-моё, отломал, отломался эту дужку. Да, крышка от котелка, и, к сожалению, смотрите, какая она вся мятая. Ого. Вот такая вот труба, в общем, просто труба. Друзья, почистил немножко ствол этот МГшный. Смотрите, сохран такой. Не сказать бы, что плохой, но и не сказать, что хороший. Так. Так, друзья, смотрите. Охренеть. Вы это видите? Смотрите. Как вы думаете, что это? Что это такое? Это МПХа. МПХа лежит. Как говорится, показали знакомые очертания. Охренеть. То есть меня не обманули, друзья, меня не обманули. Так. Поближе. Смотрите, как лежит. Кирпичами просто завален. Аху. Нет, не аху, а офигеть. Друзья, офигеть. Ручка. Приклад. Кусок приклада. Трава раньше была везде. Если бы она не сгорела, наверное, никогда бы не нашли. Да, смотрите. Трава сгорела. Охуеть. Так, кирпичик убираем. Ого. Так. Блин, я вообще не вижу. Смотрю в камеру сейчас, давайте. Этот момент надо заснять. Да. Ага. Ну. Как-то он пострадал сильно. Так, этот убираем кирпич. Угу. Так. С затвором. Затвор вроде как взведен. На предохранитель или как он там стоит? Так, что-то тут не хватает. Части не хватает, где магазин пристегивается, вот этой части сюда нету, отломано. То, теперь достаю, с вашего позволения. Так, ё-моё, хрустит. Не знаю, ручка, боюсь, отвалится. Ой, прирост немножко. Офигеть. Смотрите, жуки под ним живут. Ой, ой. Он вообще весь шевелится. Так. Так, с этой стороны давайте еще раз заснимем. Блин, урвал находку у товарищей. Они меня сейчас просто съедят.
спину уже там камни кидают. Вот, сейчас по-быстрому я еще засниму и отдам. А то я как бы присвоил практически находку чужую тут. Наслаждаюсь ей один, а товарищи стоят сзади и за всем этим наблюдают. Давайте сверху еще заснимем. Да, ствол сейчас просто на соплях он практически держится. Вот смотрите, ствол просто отвалится. Да, ему немного поплохело, что он здесь полежал. Может, изначально он такой был уже плох. Почистили немного МПХ. Сохран, к сожалению, очень плачевный. Она просто вся расслаивается и разваливается. Да, не повезло. Не повезло МПХе, к сожалению. Сохранилось плохо. МПХ когда-то была с ремнем. Смотрите, вот остаток ремня. В общем, за целый день образовалась вот такая куча железа. Сейчас посмотрим поподробнее. Сейчас я вам покажу. Вы будете шокированы. Вот такой ящик. Офигеть. Просто половина ящика отсутствует. Вот такая крышка от ящика МГшного у меня попалась. Клеймо 1937 год. Вот такой замок парни нарыли. Так. Я две гильзы нашел. Ну, это вы уже видели. МГшный ствол, МПХ у парней верховая. Глазами нашли. Такие вот опасные находки. Три лимонки. Так, на запалах даже клейма просматривается. Такая вот опасная находка. Килограммовый саперный заряд немецкий. В цинковой коробке. Клеймена коробка 1940 год. БТ или БИ. Не вижу клейма. Комрад Данила нарыл целый ящик пулеметных лент. Но он такой распаханный был. Как раз вот сейчас поле трактор пахает. Он и распахал эти ленты. Каждый пятый трассер. Трассер — это вот с красным капсулем, это трассер. И каждый пятый у нас трассер. 1, 2, 3, 4, 5. Вот такая вот еще находка, друзья. Смотрите, вот такой вот прутик металлический, ручка железная. На первый взгляд невзрачная находка, но на самом деле это очень такая интересная вещь. Это саперный щуп самодельный. Осколки, здоровенные осколки, просто застрявшие в деревьях. Я пытаюсь его шевелить, он даже не шевелится. Что я нафанил на него? Охренеть, это жетон немецкий. Жетон. Офигеть. Я его нашел, я здесь кричал, реально кричал на весь лес. Сейчас переворачиваю. Я его еще не переворачивал. Смотрите. О-о-о. Круто, круто. Вот от него след даже остался. Друзья, да, это жетон танкиста. Я вижу буквы ПЗ. 2 ПЗ. Ну что, друзья, это точно жетон танкиста. Именно вот с этого танка, с подрыва. Блин, это просто чудо какое-то, что я его нашел. Сколько можно близко, я поднес жетон к камере. Смотрите, валит просто снег. Друзья, решил проверить эту сырую яму. И кое-что там есть. Кое-что интересное. Сейчас будем доставать. 42-й год.
Так, яйца. Еще яйцо. Яйца в плохом состоянии. Смотрите, какое состояние. Одно единственное яйцо более-менее. И вот такая вот грустная печаль. Мосинские патроны опять прут в количестве. Ружейная граната. Выстрел для К-98 с мортирки. Вроде в редком исполнении с алюминиевой жопой. Опасная находка. Очередной огурец с бакелитовой жопой. Маузерские гвозди пошли. К-98 МГ. Деревянный пенал такой. Вот крышка. Так, открываем. Пусто. Внутри пусто. Да, еще один ящик, смотрите. Полный колотух. К сожалению, не сохран. Зато ручки целые. Охренеть!